Пиши настоящую ростовчанку. Какая она? Ростовчанка – это огненная, горячая и очень красивая. Ростовчанин, ростовчанка – они открытые, душевные. Интересная, яркая, смелая, стильная. Высокая, рыжеволосая красотка. Свободная, с открытой душой и... Мне кажется, что она делает мир лучше. За что ты любишь Ростов? Обожаю ростовские словечки. И сама их использую, даже иногда не задумываюсь о том, что они именно наши. Естественно, тютина, синенькие, кулек, а не пакет и так далее. Мне нравится, когда это реагируют люди из других городов, которые не знают, что это значит, и объяснять им, что это. Я даже нашла ребят, которые производят открытки со словарем ростовчанина, и дарю их теперь своим друзьям, опять же, из других городов и из других стран, чтобы они тоже знали наш замечательный ростовский богатый язык. Я люблю город Ростов-на-Дону за то, что в нем есть как новое, так и старое. Я обожаю старые двери города Ростов-на-Дону. В них столько всего интересного, и за каждой дверью обязательно прячется история. Как звучит Ростов? Ростов звучит песнями Басты и гудением машин в пробках. Ростов звучит как очень современный джаз, потому что Ростов – это родина, в принципе, русского джаза, в который вплетается вкрапления хип-хопа, гитарной музыки, индустриальные звуки. Но все это объединено такой суетливой ритмикой джаза. Твои любимые места в Ростове? Город сам по себе очень красивый, но больше всего я люблю набережную. Для меня это место силы. Я туда прихожу, и меня наполняет вот этот воздух, ветер с Дона, этот зеленый газон. Ты на него садишься, открываешь книгу и чувствуешь, как к тебе приходит вдохновение. Вот сразу после набережной я бегу скорее в мастерскую, чтобы написать новое полотно, потому что это место очень заряжает. Два места, которые радуют меня больше всего, и когда я прихожу тогда, когда я не знаю, куда пойти, это Публичка с ее прекрасным зимним садом, где мы еще к экзаменам в университете готовились, а сейчас там приятно и поработать, и почитать, и просто назначить деловую встречу. И второе место – это замечательный книжный магазин и пространство «Бубумник». Вообще, это детский книжный магазин, но мне кажется, что взрослые себя там чувствуют не менее прекрасно. Это островок сказки в нашем городе. Если вы еще не были, обязательно приходите в гости и в Публичку, и в «Бубумник». Ну, для меня еще с самого детства мое любимое место – это была набережная. Я всегда мечтала там жить. И вот к 23 годам моя мечта осуществилась. Я обожаю именно воду, я обожаю смотреть на наши красоты Ростова-на-Дону. Также левый берег Дона. Мне кажется, это вообще наша изюминка и фишка нашего края. Самые классные и оригинальные места для свидания – это крыши, потому что в Ростове открылось столько мест, в которых можно выйти на крышу, особенно если это уже темное время суток и город зажигается огоньками. Это просто прекрасно. Например, крыша отеля «Бутик 39», в Хаяте сейчас открыли бар на крыше, есть «Иглу-бар», который тоже с очень классным видом. В общем, на самом деле, на вкус и цвет сейчас огромное количество мест, которые могут привлечь внимание влюбленных. Я очень люблю Пушкинскую, особенно ее промежуток от Театрального проспекта до Чехова. За что? За атмосферу, конечно же, спокойствие, умиротворение нашего уютного города. Самое знаковое место для меня – это Ростовское море. На самом деле, конечно, это лужа-лужи, но у меня там было первое свидание с моим нынешним мужем. Ну и вообще я очень люблю туда сходить погулять. Твои любимые ростовские бренды? Один из моих любимых российских брендов – это сумочки от Ирины Степовой. Как раз у меня есть одна из них, я обожаю их. Это сумочки, которые хочется обнимать.
Их очень много, но самые любимые – это Рази бренд, это бренды магазина Культовары, это Лифаро. И Ласточка, Ласточка обязательно. Их на самом деле много, но, наверное, сегодня хочу отметить один самый классный – это Кот. У них интересная концепция, они делают сами принты, ткани, то есть полностью вот от и до бренд сам изготавливает свои вещи. Поскольку я являюсь основателем и дизайнером бренда украшений Гомжина Джеверли, поэтому смело могу его рекомендовать. И другой локальный бренд одежды Schneider Studio. У меня на самом деле очень много любимых локальных брендов, потому что вообще в Ростове очень много всякой классной штуки. Но, например, мне очень нравится наш бренд обуви Лефара или Лефара, я не знаю, как правильно ставится ударение, вот мои, на мне их сапоги даже. Сейчас мне очень нравится молодой бренд, созданный дизайнерами Мариной и Еленой Буграновыми из города Ростова-на-Дону, называется он Industry. У меня несколько локальных брендов. Я очень люблю дизайнеров, в том числе ростовских дизайнеров. Есть замечательный, талантливый дизайнер Наташа Тимофеева. У нее бренд также называется одноименный Наталья Тимофеева, Наташа Тимофеева. Дальше Вера Першина. Тоже очень люблю то, что она делает. Сейчас она запустила новый бренд Ocean Russia. И также у нее есть линейка Love is Love. И еще моя отдельная любовь – это бренд Industry, который берет свои корни тоже из нашего города, Ростов-на-Дону, но он больше известен сейчас как московский бренд и вообще такой с мировым именем. Как пахнет Ростов? Ой, мне кажется, Ростов – самый вообще вкусный город, и пахнет он едой. Где-нибудь на ЦГБ это шаурма, ну или так вот что-то вкусненькое. Ростов пахнет, в зависимости от ветра, или свежевыпеченным хлебом, или вкусными булочками с корицей, или таким романтическим запахом камышей и воды с Дона. В какой бар или ресторан Ростова ты готова ходить бесконечно? Бесконечно я готова ходить в ресторан «Сыроварня», который находится в Покровском сквере. Он очень уютный. И летом там хорошо на террасе, и зимой, когда еще включают камин, вообще потрясающе. Бесконечно люблю ресторан «Море фишки» за морепродукты. Самый лучший в городе. Я очень люблю мой шабар. Это бар с нотками Бали, но с концепцией израильской кухни. Я очень люблю израильскую кухню. У них очень вкусные коктейли, у них очень атмосферно. Когда попадаешь сюда, кажется, что ты где-то в другом части земного шара находишься. Мне очень нравится «Ла Фабрика». Люблю это место. Как посмотреть Ростов максимально колоритно за несколько дней? Можете посетить «Раки и гады», «Горбушка» – очень классное заведение с десертами. Пройдитесь по барам, сделайте бар-хоппинг в Мойше, Шанхай. Попробовать локальные бургеры можно в Bebo Burgers, Джем. А также зайдите в «Ларису жарит», это местная знаменитость, и в Сиси. Опиши город тремя словами. Теплый, уютный, самобытный. Динамичный, красивый и, конечно же, модный. Это будут прилагательные. Важный, южный, родной. Ростов – город контрастов. Три слова. Яркий, динамичный и, я бы назвала, практичный город.
Для меня это место силы. Я очень люблю Москву, люблю Питер, но я никогда не променяю Ростов-на-Дону на другие города. Я могу там работать, но жить именно и, не знаю, находиться, строить семью, это только именно в Ростове-на-Дону. Я вообще очень люблю наш замечательный Ростов-на-Дону. Расцветай, любимый город. Thank you.